Всем доброго октябрьского дня в пасмурной питерской погоде. Что, загружаемся и поехали работать? Так, чё, гидравлику подключили. Насос включил. Основной клапан. Донник первой секции. Вот так это все работает. Насос. Обороты. Заливаемся и выезжаем. Поедем недалеко, в Пушкин, на котельную. Ну, вот с такой скоростью на Скании насос сливает. Хороший насос, быстрый. Значит, новый заказчик у нас, клиент. Котельная. Везу 7812 литров по накладной. Не, ну, я понимаю, там, ну, 8 кубов бы кто-нибудь заказал. Ну, 7800, хрен с ним. Но 7812, вот такой у меня еще первый раз. Еще бы сколько-нибудь грамм бы добавили. О, что-то построили. Наверное, магазин какой-нибудь будет. Тут недалеко сейчас, в Пушкин, там, в частный сектор, там эта котельная. Я на легковой машине сегодня ездил, смотрел уже, как подъехать. Вот. Так, подъезжаем. Вот такими вот колхозными тропами. Ёптеть. Вечно как загонят куда-нибудь. Ну, я говорю, я на легковой машине сегодня проезжал, смотрел. Короче, вот сюда нам направо, на вот эту типа стройка. Я, конечно, много где сливался, но в школе первый раз. У них тут, видать, котельная топит. Вот. Тут еще узенькие тоже эти дорожки. Вон там вот сейчас в несколько приемов пришлось сюда жопой запячиваться. Все, ждем бригаду. Как мне сказали, рабочая бригада сейчас подойдет.
Катимся. Вот прицеп. А в нем емкости стоят двухкубовые. Вот 4 емкости надо мне заправить. Все, выгрузился. 7815. Даже 3 литра им подарил сверху. Едем на базу. Все хорошо, документы подписали. А котельная топят. Школу и детский садик где-то еще тут. Я говорю, говорят, тонна в сутки при холодах расход у них. Приехал на базу. У меня тут МАЗ в процессе работы. Он наклеечки поклеил. Прям ровненько, от себя не ожидал даже. А у меня пришли запчасти на МАЗ. Крылья, кулиса, корпус воздухана. В общем, сейчас берем Мерседес, едем в Шушары, в Болткам. Забирать запчасти. И надо уже будет собирать по-тихому. Вот, Болткам в Шушарах возле Руслана. 4 крыла новых. Ой. Это крепежи 16 штук. По 4 на каждое крыло. Крепежи для воздушного фильтра. И вот корпус воздушного фильтра здесь. Кулису не ту положили. Положили кулису для супермаза. 54-329-323. А у нас 63-12-43-71. Вот этот вот. Короче, завтра кулису привезут. Заберу. Все, погнали домой.